Провести лето интересно и увлекательно. В Ульяновск приехали гости из ДНР. Для 35 школьников разных возрастов из разных деревень и городов подготовлена разнообразная программа. Все благодаря гуманитарному проекту «Быть добру». Мы показали город, показали музеи, сводили в аквапарк, на Парк Победы, к ночным волкам. То есть дети были задействованы полностью. Всем понравилось все. Как и аквапарк, так и ночные волки. Сейчас мы отведем еще детей к губернатору Ульяновской области, где они смогут увидеть наше правительство, работу правительства. Детям показали музеи, парки, познакомились с современными образовательными площадками. А в заключительный день ребята из регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» провели для них интеллектуально-развлекательный квиз «Тайны природы». Ну и хочется сказать большое спасибо нашим спонсорам, тем неравнодушным жителям нашего города за помощь, за поддержку. Это коммерческие структуры, это государственные структуры, это администрация города, это правительство Ульяновской области, это партия «Единая Россия», это городская федерация «Самбо», это общественная организация «Роса» и многие-многие другие. Всем огромное спасибо. Ульяновцы не первый раз организовывают поездки детей из ДНР. Организаторы считают, что для ребят это отличная психоэмоциональная разгрузка. Анна Тищенко, Улправда ТВ.